Каждой девушке знакома такая ситуация, когда тратишь кучу времени на ежедневную кладку, но не проходит и 5 минут, как от объема ничего не остается. Эту проблему вызвались решить специалисты студии парикмахеров 74. Конечно, это наша цель. На самом деле, может быть, это можно назвать миссией. Мы хотим научить девчонок укладываться самостоятельно дома. Хотя бы одна девушка, сидя в кресле парикмахера и видя, какие красивые получаются результаты у этого профессионала, задавалась вопросом, как бы было бы круто, если бы ты каждый день мне делал такую укладку, потому что сама я в любом случае не смогу. Обучение укладкам проходит индивидуально, с учетом особенностей формы стрижки, структуры волоса и персональных предпочтений. Важно разобрать не только последние тенденции, но и основные ошибки. Мы подбираем укладку индивидуально, как ее сделать именно себе, именно на свои волосы, именно под свой образ. Мало людей знают, вернее, не знают, как держать вообще правильно термоинструмент там, в руках. Кто-то его вообще держит впервые. Мы сегодня обсуждали домашние уходы, мы сегодня обсуждали стайлинги. Можно мыть голову 2 раза, и будет укладка держаться много лучше, нежели если помыть голову 1 раз. Вот. Ну и, естественно, свежесть и чистота волос продлится намного дольше. Ритм жизни такой, что нет времени долго дома, там, не знаю, спать на бегудях и так далее. Хочется быть красивой быстро, всегда, ежедневно. Выглядеть хорошо не только по праздникам и не зависеть от салона красоты – сверхзадача каждой современной девушки. Именно поэтому такие курсы – настоящая находка.